Всем привет на канале Олдачман. В сегодняшнем нашем видео я хотел бы затронуть с вами тему, касающуюся людей, украинских военных, находящихся здесь на реабилитации, на восстановительном периоде, и вот этой вот учрежденческой почте, которую они получают. Почему я решил затронуть именно вот эту тему? Потому что у одного моего знакомого есть своя собственная автозаправка, и к нему время от времени приходят несколько украинских военных, находящихся здесь на реабилитации, поболтать, поговорить, покурить, потому что все-таки как-никак с языком у них еще проблемы, а этот человек вполне нормально разговаривает на русском языке, и они приходят иногда к нему поговорить. Так вот, одного из этих солдат, которые живут в одной квартире, государство пока оплачивает им эту квартиру, одного из этих солдат лишили пособия. По какой причине? Время от времени они получают письма от этого джоб-центра или от Арбайтсамта, как вот по-немецки говорится, и они должны на основании написанного в этих письмах приходить отмечаться, что они здесь, что они делают, где живут, какие у них планы на будущее и так далее, и так далее. И, соответственно, после вот этих вот отметок, галочек, им платят пособие дальше. Так вот, один оказался несколько ленивым и посчитал, что можно игнорировать вот эту вот учрежденческую почту, так как некоторых пользователей в интернете. Не обращать внимания на эту почту, просто выбрасывать письма. Поначалу он открывал эти письма, смотрел, думал, не понимал нифига, говорит, да ну его нафиг, не буду никуда идти и так далее. И последнее, что он начал делать, он просто-напросто перестал вообще вскрывать эти письма, начал их выбрасывать в мусорный ящик. И получилось так, что в начале июля ему не пришло пособие. Он подумал, что ну мало ли, там задержка какая-то с вот этой социальной кассой, через пару дней, может быть, начислят. Июль закончился, пособия не было. Наступил август, пособие не пришло. Он забил панику, забил тревогу, обратился к своему товарищу и сказал, ты не мог бы взять меня как бы наполовину довольствия, потому что я не понимаю, по каким причинам мне сняли вот это пособие, которое платили. Тот говорит, без проблем, мы вместе же живем в одной хате, без проблем. Но пойти разобраться надо. В общем, парень пошел разбираться, оказалось, что он... Ввиду того, что он игнорировал вот эту вот учрежденческую почту от этого джоб-центра, его сняли с этого довольствия совсем. Что с ним будет теперь дальше? Останется ли он здесь или его попросят уехать обратно к себе на родину, пока неизвестно. Но до тех пор, пока он находится на реабилитационном периоде здесь в Германии, по идее, по законам, его не имеют права выдворять. Он еще не прошел весь курс лечения. Просто я говорю это к тому, что есть беженцы, есть законы и есть порядки. И эти законы и порядки должны соблюдать и беженцы, и мигранты, и местное население. Если кто-то пытается нарушать эти порядки, в первую очередь его старается сама бюрократическая система ударить по карману. Вот вам еще один пример. Я вам уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео, где я затрагивал тему одной украинской беженки, охаивающей меня, все немецкое население и Германию, что типа это дно, да мы все никто и так далее, и так далее. Потом в предыдущем видео я говорил о одном из бывших командиров бывшего батальона Азов с фашистской надписью на английском языке на футболке. Потом там же я в том видео показывал фотографию украинской БМП со свастикой на борту. Когда это показывал, я говорил, какая была реакция журналистов в тот момент, когда они это все видели своими глазами, грубо говоря, находясь на передовой с украинскими военными. Я все это говорил, но помимо всего этого, все равно нашлись люди, которые сказали, что это фейк, что я разжигаю межнациональную рознь, что я пытаюсь унизить, как-то дискриминировать людей в их человеческих правах и так далее. Странные получаются какие-то ассоциации. Если люди рисуют свастику у себя на танке, то это значит, что все-таки они рассчитывают на то, что их примут как действительно как фашистов, да?
Но про тех вот беженцев, которые живут здесь в Германии, я столкнулся на Ютубе с одним видео от одних беженцев из Украины. И вот этот человек там рассказывал, как они сдавали экзамен на вот этот B1 сертификат. Потому что после вот этого сертификата, если он получает его на руки, он должен начинать искать себе работу. И вот он сказал, что он единственный в группе, кто идеально сдал, там буквально там пара ошибок у него было, хотя он по-немецки, грубо говоря, плохо говорит. Вот, и он рассказывает это с улыбкой, что вот он сдал сертификат, экзамен, получил этот сертификат на B1, все. И тут у него улыбка медленно сползает с лица, и он говорит: теперь же мне надо искать работу. То есть человек заранее уже приготовился к тому, что он будет сидеть на социале, раз. Второе, что он завалит экзамен и будет сидеть дальше на социале, получив еще несколько месяцев обучения по языковому курсу. Но получилось наоборот. То есть, что все это значит? Это значит, что если сейчас ему вот этот джоб-центр предложит работу, он обязан будет ее принять. Если он отказывается от этой работы по каким-то там неведомым для джоб-центра причинам, ему срезают 30% социального пособия. Если же он через несколько недель отказывается от второго предложения, которое ему присылает этот джоб-центр, ему срезают уже до 70%. А потом просто-напросто, если он и дальше будет говорить, как принято говорить, тупить, ему просто-напросто покажут на дверь. Многим украинским беженцам, особенно тем, которые приехали сюда на Майбахах, Мазерати, Лендроверах, на джипах, на Теслах, в первый год еще показали на дверь. Когда они приходили через полгода, когда их ставили на довольствие на полгода. Потом, когда 6 месяцев заканчивалось, они должны были прийти, отметиться опять, чтобы или продлевать, или там уже смотреть, что к чему в дальнейшей их жизни. Будут ли они интегрироваться, или будут они ехать дальше. И вот они говорили, что хотят получать социальное пособие дальше. И как раз немецкая бюрократическая система им говорила: а не ваш ли Land Rover стоит под окнами? Да, наш. Вот продайте его, и когда вы все эти вырученные денежки прокушаете, пропьете, тогда придете, мы вас поставим на социал. В противном случае, увы, мы не можем этого сделать, так как слишком жирно получать социал и ездить на такой дорогой машине. И очень многие, особенно богатые вот эти вот беженцы с Восточной Украины, прилетевшие сюда на таких дорогих машинах, в первый год они исчезли. Вернее, по истечении первого года пребывания в Германии они исчезли. По крайней мере, я сужу так по нашему региону. Здесь, если и увидишь одну-две машины сейчас, более-менее таких вот дорогих, обычно простые машины ездят. Простые, которые могут позволить себе работяги. Но вот этих вот блатных, как раньше говорили, пальцы веером, сопли пузырем, здесь уже нет. Точно так же сейчас на бывших землях ГДР, Восточной Германии, очень многим беженцам и беженкам показывают социальные конторы на дверь. После того, когда они несколько раз подряд отказались принимать предложение на работу или идти на курсы по переквалификации. Я вам уже как-то в прошлом году рассказывал и вот в этом году упоминал о том, что у моего знакомого сюда приехала мать со своей племянницей и с двумя детьми этой племянницы. Им дали дом, им полностью меблированный, им дали социальное пособие, за них государство платило за этот дом. Пока, ну, мать старая, она пенсионерка, пока вот эта племянница ходила на языковые курсы, сын учился в школе, все было классно, все было зашибись. Потом, когда она закончила эти языковые курсы, ей предложили курсы по переквалификации в ее профессии. Она походила буквально 3 недели и бросила эти курсы. Ее вызвали и сказали: что случилось? Она говорит: мне очень тяжело, я не понимаю, что мне там говорят. Ну, вы же прошли языковой курс, вы же сдали экзамен. Да, сдала. Значит, вы обязаны посещать этот курс, в противном случае мы можем лишить вас пособия. Что они сделали? Они просто-напросто собрали чемоданы, не сказав моему знакомому ни слова, уехали обратно, оставив все долги, которые повисли через социал на них, на своего родственника.
Вот так вот. Сейчас многие, очень многие ютуберы злорадствуют по теме того, что украинские беженцы пачками покидают Германию, убегают с чемоданами. И, во-первых, они не убегают. Их многих вынуждают уехать отсюда, потому что они, те, кого вынуждают, приехали сюда лишь с одной целью, с целью наживы. То есть где-то у них в каком-то районе Украины, где вообще никто не говорит о войне, есть свой дом, есть квартира, которую они сдают беженцам, убежавшим, допустим, с Восточной Украины, с Донецка, с Луганска, оттуда, где идет бомбежка, где идут боевые действия. Они сдают эти квартиры тем людям, сами живут здесь, получают пособие. Тут получается двойная зарплата. Там они сдают их квартиры или дома, и здесь живут на социальном пособии. И вот эта вот немецкая бюрократическая система, она не спит, она, как говорится, не дремлет, они все прекрасно знают. Они очень хорошие, скажем так, детективы. Они, эти бюрократы, настолько пронырливые, они распознают, разузнают все данные о тех людях, которые находятся у них в данный момент на социальном пособии, как говорится, на довольствии. И когда вот эти люди через несколько месяцев после языковых курсов несколько раз отказываются пойти на курсы по переквалификации по своей профессии, отказываются работать, им, вот этим людям, и показывают на дверь. Их лишают пособия и говорят, разводя руки в стороны: ну, в таком случае мы ничем не можем вам помочь. Значит, у вас не так все плохо, раз вы не хотите работать. Немецкие политики, они не слепые, они все прекрасно видят, как вот эти зеленые автобусы, эти фликсбусы, носятся между Германией, Польшей и Украиной. Чартерные вот эти вот рейсы. Что делают вот эти вот люди, если они приехали сюда, как беженцы, что они делают у себя на родине, говоря, что я поехал в отпуск, я поехала в отпуск. Какой отпуск нафиг? Там же уйдет война, вы же оттуда бежали. Они едут не в отпуск, они едут снимать бабло со своих квартирантов, которые действительно бежали от войны. Кто-то, может быть, еще скажет, что я разжигаю межнациональную рознь. Нет, это факты, которые умалчивать нельзя, которые действительно являются правдой. Но я вначале начал говорить о тех украинских военных, которые находятся здесь на реабилитации в восстановительном периоде. И о том, что одного из вот этих вот парней, которые проходят восстановительный период, лишили пособия. Я хотел обратиться именно к вот таким вот солдатам, к этим военным, которые сейчас находятся здесь в Германии. Ребята, если вы получаете вот эти вот письма от этого джоб-центра, или от Арбайзамта, или от социала, не выбрасывайте, не игнорируйте эти письма. Берете это письмо, если вы не понимаете, что там написано, идете в эту контору, к тому бюрократу, к которому вы приписаны, показываете письмо и говорите: я не понимаю, объясните мне. Вам предоставят бесплатно переводчика. Все для того, чтобы вам было комфортно, вольготно. Все делается для того, чтобы вы легче прошли интеграцию в социальную жизнь Германии. Если же вы будете игнорировать эти письма, если вы будете их выбрасывать и считать, что вы умнее, чем глупая немецкая бюрократическая система, то эта система в какой-то момент просто-напросто обрежет вам все пособие. И тогда у вас, увы, не останется никакого выбора, как кроме вернуться обратно к себе на родину или попытать счастье в какой-то другой стране. Я надеюсь, что вот этих вот ребят, особенно вот этого, которому сейчас срезали полностью в ноль это пособие, не выдворят из Германии, только по той причине, что он игнорировал эти письма. Он все-таки находится здесь на реабилитации. И пока этот реабилитационный период не закончился, а он может тянуться пару лет, все зависит от тех ранений, которые он получил, или от инвалидности, которую он получил, не знаю. Я надеюсь, что его не выдворят отсюда. Я надеюсь, что все-таки с вот этим вот казусом они разберутся, помогут ему восстановиться в правах, восстановиться на этом довольствии, и если все будет хорошо, то у него и будет в дальнейшем и работа, и своя квартира. Главное, чтобы было желание и не было страха перед вот этими письмами, которые приходят из вот этих немецких учреждений, будь то социалом, Арбайзамт или джоб-центр.
Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. И не болейте. Всем удачи. Пока.